Марко. Привіт. 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 Рада тебе бачити. Взаємно. Як діла? Хорошо, як ти? Супер. Останній раз ми бачились, коли ти був гравець, а зараз ти тренер. Будущий тренер. Будущий. І що поки не отримали ліцензію? Поки, ти починаєш навчатися. Да. І? Да. І ти розумієш, що це твоя професія чи ні? Я, як ти знаєш, я ще граю. Я ще футболіст і ще ігрок. Наскільки відсотків гравець, наскільки тренер? Ну, на сьогоднішній день, іменно на цей момент, скажімо так, 90-10 ігрок. 90 гравець, ігрок, да? 10 тренер. Да, да. Тобто ти серйозний, солідний тепер. Звісно, звісно. Ти готовий до правди? Да, тільки до правди. Давай. Чому всі футболісти йдуть в тренери? Перші не всі. Всі. От скільки всіх футболістів, яких я знаю, всі йдуть в тренери. Уявляєш, скільки буде скажи тренерів? Мені, куди б ти футболістів відправляла після їхньої футбольної кар'єри, яка закінчується там 33-35 років, що, щоб вони починали, що? Бізнес йшли. Що це значить бізнес? Ну, ти... якась справа своя. Чому ти вибрав тренерство? Тому що іншого шляху немає? Я вибрав поки такой шаг, потому что он связан с работой, которую я больше всего в жизни люблю. Але ты знаешь, что з великих гравців не завжди бывают великі тренери, и прикладів дуже багато. Значит, у меня шанс есть, так как я был нормальный средний игрок, могу стать. Ты був великим гравцем. Спасибо большое. Спасибо большое, но не считаю, что я был таким великим. Може, як некоторі думають. От це чесно, чесно так думаю. Просто мені десь і повезло, і ця ситуація, особливо з металістом, вона мені з одного звичайного парня зробила спочатку футболістом, а потім, як некоторі кажуть, великим футболістом. Дуже благодарен, прежде всего, Богу на цьому шансу. Ну, що касається тренера, от ці фрази, які говорять, ой, був великий ігрок, не може стати не може. Мала. Не мала, завжди. Рідка. Не завжди, да, рідка, скажімо. Прекрасна так. Українська мова. Да. Не завжди. Твоєму виконанню. Дякую, дякую. Ця фраза, я думаю, що це все індивідуально залежить від ігрока і чоловіка. Ти в собі бачиш цей потенціал стати хорошим тренером? Ну, наскільки я зараз компетентен, наскільки я об'єктивен тобі дати відповідь зараз за то, ну, желання на сьогоднішній день присутствує. З кожної сесії, яку проводимо тут, в Києві, воно як-то мені щось говорить, що, скажімо так, туди треба йти. А яку ти команду хотів би одразу очолити? Одразу не знаю. Хотів якусь велику серію, ну і велику, я маю на увазі там прем'єр-ліга. От. Ну, для великих. Чи починати з помічника і от... Може би ступеньку по ступеньку. І, мабуть, це буде найправильніший ход. Тому що це, що я грав, скажімо так, хорошо в футбол, ну, треба практику пройти, треба, може би, помічник десь год-два, може би, чому в Україні? Сербія? Чому ні? Почему де би нет? Хотілося? Ну, где, там, де б мене хотіли. Продовж фразу. Он играет ярко, забивает много. Да, это первый после Бога, это Девич Марко. Да. Фраза харковских болельщиков. Приятно, конечно, это слушать. Шутки бывают тоже на эту фразу. Какие? Помню Саня Горяйну там. Был момент, когда я почти каждую игру, если не каждую, каждую вторую за металлист забивал. И как это бывает в футболе, нормально. Там 3-4 игры я не забил, и Горяйнов ходит возле меня, говорит, знаешь, новая фраза прозвучала. Я говорю, Саня, какая новая фраза? Ну, забивал он много, и играл он ярко. Марко, ты завжди говорил, что хотел бы завершить карьеру в Украине, а поехал аж-аж-аж в Азербайджан. Не хотел бы завершать карьеру, это первое, ну, приходится, да. Время быстро летит. Ты то есть играешь в футбол, да. Чему?
Потому что люблю его. Подобається. И потому что могу. Тобто на першому місці стоїть гра. Ну да, ну это радость, это когда ты играешь. Знаєш, як кажуть, футболісти, які їдуть в Азербайджан, да, такі чемпіонати, вони туди їдуть заробляти. Ну, сейчас в Азербайджане такая ситуация. Вот я вам откровенно говорю, что касается финансового вопроса, для меня перед предложением Азербайджану финансовый вопрос не стоял вообще, ну, приоритет. Но я достаточно, скажем так, играл, достаточно заработал. Были разговоры про Металлист 1925. Тебя запрошивали туда? Был разговор. Хотели они меня увидеть, но я пока не переломил, что осталось такое, ну, будет ли оно или нет, что пока там, ну, вторая, первая, как это считается, вторая лига, да? Первая лига. Хотел бы где-то поиграть еще там в высшей лиге, да? Но все равно, если заканчиваю карьеру, если буду решить, что, скажем так, вот этот год, все, последний, хотел бы, чтобы это было на Украине. Ты еще годишься для Прем'єр-ліги в Україні? Ну, это хороший вопрос. Ну, посмотрим. Это очень зависит от функционального состояния. Что касается вот этих остальных вещей, для этого не переживаю. Если здоровье послужит, верю, что да. Скільки тобі хотілося ще пограти в футбол? Недавно у меня исполнилось 35. Я каждую тренировку и каждую игру выхожу как на последнюю. Сам понимаю, что... Чому? Потому что сам понимаю, больших ошибок и больших там пауз, больших, не дай бог, каких травм, они очень, очень могут повлиять на, мягко говоря, на окончание, ну, карьеры. Хотело бы, чтобы были какие-то моменты, чтобы еще порадовал себе и болельщик. Забить какой-то гол важный, выиграть какую-то игру. Но все равно не хочется, чтобы выходить на игру, вообще, чтобы не было силы, чтобы от этого, скажем, Марка Девича, который все запомнили, чтобы последнее впечатление было не очень. Это тоже очень важно. Треба йти вчасно, так? Ну, конечно. Только правда, как сказали. Ну, ти ще не відчув, що треба завершити. А це добре. Точно ні. Ти, мабуть, найбільш оплачуваніший футболіст в Азербайджані, ну, саме в команді. Ну, це не ті деньги, які, не приблизительно навіть, які були раніше. Раніше в Металісті? Ну, раніше везде. Чи в Україні раніше? Раніше везде. Це приблизительно, я тобі скажу, контракт, який у мене був в Луцькій Волині в 2004 году. Чуть-чуть більше. Так в Луцькій Волині ти починав? Так. Да. Як, чекай, ти півзахисник був, так? У Віталія Владимировича ми грали схему 3-5-2 или 5-3-2, он меня ставил на крайнего защитника, а так как бы, ну, весь фланг был мой. Рядом с ним я бежал. Было хорошо, и хорошо было слышно любой подсказ, который он давал. Он такой эмоциональный, конечно, он тоже оставил след серьезный в моей футбольной карьере. Но когда, тогда еще, когда молодой был, 21, мне было 22, да? Тогда было очень тяжело перенести всю эту его энергию. Установка на игру, да, и вратарь в перерыве. Вратарь пропустил гол, и он мог весь такой нарядный, да, лечь на полу и показать вратарю, почему ты вот так спишь. И вот так мы в раздевалке смотрим на него, он на полу так лежит весь вот так. Ты за свою карьеру заработал гроши, что тебе выстачить там? Тебе, детям, внукам, они есть? Знаешь как, вот эта тема, не богат тот человек, у которого много денег, а богат тот человек, которому мало надо. Я считаю, что лично заработал больше, намного больше, чем я думал, что заработал. У тебя были Феррари в этот период? Таких, не было, что... не было. Больше, лучше, что я, у меня за руль, ну, машина, которая была, это Audi A6, которую я в Харькове заказал. И это все. В Сербии у меня, у супруги у меня Golf. Volkswagen Golf, не собираюсь, я в Сербии бываю два раза в году, супруга учится, пока она там 2-3 раза не ударит кого-то, смысл покупать ее там новую, хорошую машину, и все равно ты покупаешь машину, там даешь там 50-70 тысяч евро, грубо говоря, и все равно ты сидишь, смотришь, она там, супруга за машиной, потом ты боишься, что кто-то постучит на дверь и выходи из машины, это уже, понимаешь, вещи, которые... неудобства делают тебе. А на самом деле машина — это транспорт. А у многих машина — это показатель. Вот у меня машина, ты должен со мной на ви. Понимаешь, ну, многие так думают. Вот у его, ой, у его Lexus. Ну что его Lexus и что? Если он два слова не умеет сказать, если не умеет вести себя, не умеет сказать добрый вечер, не умеет сказать, ну понимаешь, ну
Это так должно быть. Коли футболіст спочатку отримує $100, потім $100,000, зносить інколи дах, і людина перша, що купує там умовно Феррарі, розтринькує ці всі гроші і не лишається нічого. Був в тебе цей період, коли от в тебе просто паморочилося в голові від тої кількості грошей, які ти отримав? Ну, видиш, я тобі, я теж машину купив. В Сербії я грав за команду Вождовець, у мене там зарплата була 300 євро, по-моєму, не пам'ятаю. Ну, там була машина Mitsubishi, де я не смотрел, скільки вона трачить, якого года, сервіс діяв. У мене було тоді найважливіше мені купити машину і все. А потом, когда уже время проходит, ты понимаешь, вот что машина, к чему надо стремиться, понимаешь? Вот сейчас у меня возможность есть купить самую машину, и что? Сервис надо большой оплачивать. Ну, есть любители, которые любят машину, все у меня любят, вот любят, как он звук мотора, да? Звук мотора, звук, вот это все красивое, смотри, гладит машину. Ну, есть любители, но я... Честно говоря, смотрю на машину как транспорт, и чтобы она мне помогла, чтобы я добраться удобно с точки А точку Б, и чтобы не делала мне проблемы, если там, не знаю, за регистрацию в Сербии надо платить большие деньги. Ок, машина. Сколько на будет? Что ты витрачав гроши? Ты что-то вклав ці гроши? Покупал недвижимость, помогал. А нерухомість де саме? Ну, есть в Сербии, где я живу. В Сербии? В Украине? В Сербии есть, в Харькове квартира. В Киеве немає? В Киеве нема. Если у тебя какое-то предложение хорошее. Дивись, купуешь дві. Не, можем договориться. Может быть, моим риэлтором предложить что-то хорошо. Я так думаю. Только у нас тут назревает бизнес спільний. Ти відмовишся від $350,000. Пробачив металісту борг, правда? Ну да, правда, правда. Як можна відмовитись від $350,000? Ну, знаєш як, була б моя ситуація, невірно б поняла. Я повертаюся, я заробив більше, ніж я ожидав. Не можу на сьогоднішній день, не можу сказати, от металіст мені должен. Не може мені, Марку Девичу, я вважаю, що не може стояти те, що мені металіст должен. Надіявся, що це допоможе, що, не знаю, може би хтось, який ще ігрок це зробить, уменшить убитки клуба, що там позитивно буде. Ну, це не допомогло. Ну, я сам, коли цю бумагу відправив в клуб, чувствував якусь радість. Ну, я деньги, я говорю, заработав. Зробив би я це, якщо б у мене було $0, Неверно, нет. Но я заработал достаточно. У меня зависело от этих деньги, там семья. Я других игроков, конечно, поддерживаю, они там подали на суд, это их деньги. Они заработали полностью, их поддерживаю, что делать. Но это мое решение. Точно не из-за этого, чтобы я себя пропиарил, как это сказать правильно, да, пропиарил, потому что я считаю, что и в Харькове без этих $350,000 меня люди знают, что, ну, как бы, но... Не смог подати на суд металіст. Скільки коштує твій годинник? У ті часи я заплатив, я купив в Дохі, коли був в аренді з Казанського Рубіна в Вал-Раяні, і купив в Молі 8,000 євро. Ти сказав, що ти заробив більше, ніж міг, і досягнув як футболіст більше, ніж очікував? Що касається денег, да, это, но все равно остается жаль за пропущенным чемпионатом Европы в 2016 году, за некоторыми игры за сборную. А не жалкуешь взагалі, що українське громадянство взяв? Нет. Это 100% нет. Нет. Чия була ідея? Напевно ж не твоя. Евгений Алексеевич Красников начал разговоры. Это 2007-2008 год. Я стал лучшим бомбардиром Украины. И уже, когда ты становишься лучшим бомбардиром, уже разговоры, уже Спорт-Экспресс, там другие вещи, уже Алла звонит, здравствуйте. Ты еще не звонила. Ну, все равно, говорю, коллеги твои звонят, здравствуйте, с нами в эмиссии, лучший бомбардир. Уже ты, уже что-то вокруг тебя, ты чувствуешь, что-то, ну, случается. И Сербия играла... Товарищскую, ну, мечта, конечно, ты родился в стране Сербии, хочешь туда, флаг, все, как тебя учили, гимн, все эти вещи, ты сыграть за сборную Сербии. Там были две товарищеские игры, вызывали игроков, которые хотели посмотреть.
и вызвали 30 игроков, и меня вообще в этом списке не было, как лучший бомбардир Украины. Чему тебя не бачили? Ну, я не знаю, но... Может, вот ты конфликт какой-то был, кому-то ты не понравился? Не было, не было. Ну, ты думаешь, если у меня один конфликт был, что я со всем конфликтую? А с кем твой конфликт был? Ну, этот, не было, честно. Ну, с Сосой на поле. Нагадал. Вот. А чего? Ну, ладно, мы про это поговорим. Евгений Алексеевич, там, который строил вместе с Ярославским и Маркевичем команду, которую до сих пор помнит и буду помнить, предложил вот этот вариант. Я поговорил с родителями, подождал еще, и Сербии никто не звонил, и начали этот процесс. Кто-то был против? Нет. Нет. Ти був першим легіонером, по суті, в збірні України. І багато хто був проти серед уболівальників. Вийшов на матч проти Норвегії. Було дуже тяжко. Ну, я скажу, я вийшов, дебют це був проти Норвегії. Дебют, да. І там якийсь банер. Так, є банер. Там, ну, а що там писали? Я забула, чесно. Я теж забив, але ти повинен зрозуміти, що ця гра була в Дніпропетровській. Ага. Ну, розумієш. А я грав за команду суперником принципиально. И что это тоже влияет на эту всю ситуацию. Было тяжело, пережил такие эмоции, но ни в одном моменте пребывания моего сборной я не почувствовал себя, скажем так, чужим. И сколько я там 35 игр провел, много сборов, поменялись и многие тренеры, не было вообще такого, что серб, типа, ты не наш. Всегда для меня каждая игра за сборную была как финал. Доказать, что Украина правильно сделала, и доказать, что Сербия ошиблась. Понимаешь, вот это тебе оно сработает. И я никогда не мог выйти на игру просто отработать. Или даже несмотря, что у Металлиста был там календарь Лига Европы, потом играем с Днепром, но для меня сборная была номер один и все. Чему ты не подобаешься Фоменко? Чи як це ти назвеш ваші стосунки? Холодный. Отношения? Да. Ну, профессиональное. Добрый день. Ты делаешь это, спасибо, до свидания, все. Я потом считал, там, конфликты, там, типа сделали из меня, не знаю, там, что я какие-то вещи говорил, делал. Он, ему больше понравилась манера игры Романа Зазули, и все. Але ж образливо, що не зіграв на Євро 16. Очень обидно. І більше всього очень обидно, що не повторна гра кваліфікації. Проти Франції? Так. Це для мене, не знаю. От я зараз тренерські курси прохожу, всі сесії, нас учать все як правильно, все як треба. Ну, ми в Києві виграємо 2-0. Потом идем через 3-4 дня сразу играем ответную игру, и понятно, что некоторые игроки сыграли великолепно, мы в Киеве должны были третий забивать. Помню, как вчера, что там контратака была, где-то Ермоленко, Коноплянка могли получше распорядиться с мячом, не получилось, и через 4 дня, я, честно говоря, ожидал, что со старта выйду, потому что будет другая игра, мы на контратаке, у нас счет хороший, не надо спешать, и где-то побыстрее Зазуля сыграли игру, ну, энергии все дал. Вопрос, восстановили ли он или нет. Потом мы проигрываем в течение игры 3-0. Время на замену есть, нам надо гол забивать. Замена не делается. Нападающий есть на скамейке. Это для меня было, ну, как бы... Вот я тебя спрашиваю, вот любого, вот же даже, ну, для меня это было, ну, ничего, все. Зашли в раздевалку, проиграли, автобус, самолет домой, двигаемся дальше, жеребьевка на следующий, смотрим чемпионат мира дома. Сборная играла похоже, как команда Таврия, когда он тренировал. Очень силовой такой футбол. Он больше, ну, на обороните не такой футбол играл. И меня видел очень мало в его структуре. Что сказал Фоменко после того, как вы вылетели из Франции? В раздягальне, вот команда заходит в раздягальне, и Фоменко что каже? Честно говоря, не помню. Лично я был какой-то обиде, и жалко, что пропустили, ну, чемпионат мира. Это потолок каждого игрока. Вот сыграл на чемпионате мира, все. Тем более, если там добьешься какого-то результата,
лет 50 можешь рассказывать, и буду про тебя рассказывать. Через 30 лет ты бы меня пригласила здесь и снова без... Я через 30 років, мабуть, не запрошу, але все одно буду про що поговорити. Ну, не связано с эмиссией, может быть, это кофе випить, где-то поговорить. Ну, а так, не знаю. Против команды Михаила Фоменко очень тяжело играть. И в Таврии, когда он играл, ну, мы играли с Металлистом, очень тяжело было. Это въезд был. Понятно, что мы должны сегодня кости на поле ставить, чтобы взять очки. Это было понятно. И тоже, наверное, со сборной Украины. Было видно, что команды против нас тяжело создавали момент. Розстав тренерів по власному рейтингу. Маркевич, Кварцяний, Луческу, Михайличенко, Блохин, Фоменко. Ну, как сказать, наверное, ну, Мирона Маркевича по всем показателям на первое место. Ну, хуже всего я чувствовал себя при Фоменко. Это не секрет. Я знаю, что журналисты тебя доставали тем, чи вивчив ты гімн України. Да, ще не минуло это. Это для них самое важное. Ну, патріотизм проявляют через пев. Вот на Ракицьке, да? Про его говорят тема, почему он не пьет, почему не пьет. Он гимн знает, это он играет хорошо, он очень хороший футболист, но должен ли он петь или нет, но он украинец, он чувствует себя украинцем, он ничего не сделал подобного, чтобы навредил стране или не знаю. Для меня он один из лучших защитников в Украине за последних, там, не знаю, 10 лет, которые я смотрел, но его пресса постоянно, а почему не пьет, все пьют, а почему это, и это, понимаете, это тоже ему как-то, мешает. Лучше играть, чем пить. Есть, вот красиво сделал, вот флаг Украина, все спел, все, вышел на поле, его нет, не бежит, не двигается. Я вас прошу, чтобы, ну, его по этому вопросу не трогали, а пожелали ему удачи, и чтобы он был здоров и играл еще долго за сборную Украины. Поставлю ключевое запитание. Ты выучил гимн Украины? Ну да. Ну давно его не пел, но оно сколько, 35 раз пел его. 35 раз. Да, 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 раз. Ну может быть какое-то слово, ну букву где-то там правильно высказать. Для меня, я повторяю, для меня это честь была играть за сборную Украины. Як великий форвард, напевно, можеш сказати, чому в Україні такий дефіцит з нападниками? Та не знаю, це теж і залежить дуже багато від тренерів, щоб... Надіємося, от зараз молодіж йде, надіємося, що справиться. Потенціал є, країна велика, багато дітей, багато таланту, просто треба направити добре. Не давати одразу, коли молодий, хороші контракти, великі гроші, тому що це не помогает игроку развиваться. Хотело бы, чтобы форварды наши где-то играли за границей больше. Потому что сейчас уровень чемпионата Украины не тот, который был раньше. Но да. Ты сам в Европу так и не доехал. Почему, перебуваючи на вершине, ты не опинився в каком-то топ-чемпионате? Хоча в тебе, наскільки я знаю, запрошення були там від англійських клубів, казав Маркевич. Ну, я тоді було тяжело. Були моменти деякі, коли я був на металісті там на вершині. Ну, тоді у нас стабільна Ліга Європи була здесь, в металісті. Задача була Ліга чемпіонів, хороший чемпіонат, команда хороша. І всі останні умови були хороші. Смисл куди-то йти. Ти не хотів? Чи тебе не відпускали? Можно сказать, не было такого оптимального решения, чтобы я предложение, да, чтобы я подумал и сказал, все, давайте обсудить, и хочу уйти из металлиста. Не было такого. Про тебе говорили футбольные эксперты. Если цікаво, скажу, кто не цікаво, не скажу. Так, он хороший футболист, а не зірка, інакше б давно грав у Європі. Может быть. Згоден? Ну, может быть, зірка. Ну, я говорю, это термин зірка. Кто как смотрит на него, если бы был зирка. Зирка для меня Месси, Роналду. Да, ну, это зирки. А Марко Девич кем был? Ну, вот как сказали, неплохим футболистом. Хороший футболист. Ну, хороший, спасибо. Не, чекай, ты, ну, сам для себя, ты какое значение даешь? Ты не зирка, а кто? Ну, я футболист, который в один период здесь, в украинском футболе, оставил хороший след и успел... Успел чего-то добиться выше среднего, скажем так. Слушай, а ты выиграл 5 бронз, колись так, 5?
команда выиграла больше 7-6, одно серебро мы выиграли. Мы, по-моему, одно серебро и 5-6 бронз. 6 или 7, я. Колись Маркевич казав, що в мене скільки бронз, що можна зробити пам'ятник. То тобі теж можна зробити пам'ятник. Команді всього можна зробити пам'ятник. Чому Ярославський продав металіст, знаєш? Не знаю, невірно. Ця тема... Не, ну, це... Не знаю. Невірно... Невірно, ну, це, як сказати, це... Таке предложення було, або, чесно говоря, ну... Не знаю. Ти спілкувався з Ярославським чи спілкуєшся, можливо? Коли ви останнє бачились? Ми давно не созванювалися, но там, не знаю, може би год, два или то, но если би где-то рядом був в Лондон или где-то, наверное, би йому набрав, щоб, якщо його время є, щоб где-то кофе випили, вспомнили старі времена. Ти кажеш, не конфліктна людина. Чого тебе в дубль перевели? Я пам'ятаю цю історію. Не могли домовитися по контракту? Ну, хорошо, что ты это спросил. Давай. Спрашивай, свободно. Так я запитала, чему тебя в дубль провели? У меня заканчивался контракт. И я был один из ведущих тогда игроков. Дал себе за право запросить зарплату, как у игроков, которые приезжают. Так кто? Бразильцы, аргентинцы, все они были, они получали там больше. Хавьер. Ну да, но они приезжали, они им давали. Они не отримали ничто. И, значит, в клубе появились, скажем так, деньги. Как ты дізнався, сколько они отримали, если это конфиденциальная информация? Ну, я не знал, но это приблизительно, как ты бы сказал, знал. Я не заходил в комнату, спросил, Алла, добрый вечер, сколько у тебя зарплата? Как ты дізнався? Это чутки какие-то, что они отримують больше? Ну, как тебе сказать? Ну, это в эти цифры где-то... Как объяснить? Видно, клуб заплатил за этих игроков 10-12 миллионов. Эти игроки играли в таких клубах, где они не играли за 200 тысяч. Они приезжают в Украину, понятно, что они приезжают в Украину в это время за 300, 400, 500 тысяч. Понятно, что это суммы были больше миллионов, даже до двух, грубо говоря. А я играл за солидные деньги в этот период. Сколько раз меньше ты отримывал, что ты так хотел? У меня не, у меня это ошибка, вот это надо разделить эти вещи. У меня не было вот этого эгоизма, чтобы вот я Маркадевич, я забил 10 голов, ты забила 4, значит я должен быть самый оплачиваемый игрок команды. Мы просто начали разговор. Я говорю, такие вещи, ну надо переходить на другие суммы. И я сначала, ну я сам вел разговоры, переговоры, у меня агентов нет, да. Ну, там и Красников был между нами, помогал как спортивный директор, советовал, общался, чтобы нашли какое-то решение. Но когда я озвучил сумму, я эту сумму, которую озвучил контракт на 5 лет, я озвучил сумму, которая, понятно, что позже можно, ну, как торговаться, да. Я не сказал, вот смотри, Алла, все, 5 лет контракт, все, хочешь, не хочешь, до свидания. Такого не было. Я озвучил в рамках нормального. И в рамках нормального тогда, что я представлял, сколько другие заработали, не было такого, что, не знаю, у всей команды там по 500-600 тысяч, 9 запросил 3 миллиона. Такого нет. Но я тоже, ну, не запрашивал столько, чтобы меня выгнали. У меня не было цель идти в дубл. Ну, реально, полгода теряют, все потеряют. И я, и металлист. Услышав, что я спросил, он где-то сказал, что я шантажирую клуб, типа. Ярославский. Да, где-то он там. И потом, ну, отправили меня в дубл. Тогда мне контракт не продлевают, а покупают Бланко и Кристалдо. Себастьян Бланко и Джонатан Кристалдо. Да, клуб заплачивает за игроков 15 миллионов. Марка отправляю в дубл. Марка шантажирует, а тут покупаются игроки. Они идут на сборах. И пока эти игроки не адаптировались, я тренировал с дублом. И потом они увидели, что эти игроки на сегодняшний день пока еще не могут себя найти. Они где-то, наверное, переломили, что вот, давай, может быть, с Марком и поговорим.
Što bi bilo, если би Кристалдо и Бланко пришли и на первых три игр забили по 4 гола, неверно би моя в этот момент моя ситуация с металлистом закончилась. Ты отримав скільки просив спочатку? Чи ви все-таки сторговались? Да, сторговались. Это мы могли полтора часа, мы пришли к этому, но они взяли паузу, меня чуть-чуть они там воспитывали, скажем так. Они торговали со мной, типа иди там, подумай чуть-чуть, с дублом потренируйся, и, наверное, я тогда цену свою опущу, а мы здесь посмотрим, может быть, что-то есть лучше. Это весь процесс. Бизнес. Нормальный. Бизнес, да. Мы как раз писали интервью с Маркевичем, когда зайшов Красников и сказал, домовилися с Девичем. Я такой посмешки Маркевича не бачила давно. Він настільки зрадів цьому. Я уверен, что он очень был доволен этим. Я знаю. Я знаю, что и где-то чувствую, что он очень сильно уважал. Уважал он всех, но как-то отношение ко мне и Обрадовичу он иногда не мог скрывать. Не мог скрывать, что ему приятно, что мы здесь находимся. Опиши Маркевича трьома словами. Насколько бы он серьезно не выглядел, он один ребенок, который очень сильно любит футбол. Ярославского трьома словами опиши. Хороший. Он был настоящим президентом. Настоящим, не только вот дал деньги, все, зарплату платил, до свидания. Не, он заходил в раздевалку после игры, он не был равнодушен, он очень-очень много переживал. Коли уже Маркевич залишив металіст, коли всі розуміли, що там уже бідося, ти говорив, що сподівався, що завжди такому бренду, такому клубу знайдеться підтримка в місті, якому дуже сильно люблять футбол. Ти лукавив чи реально в це вірив? Очень сильно люблю і город, і команду. В это не хотів вірити. Это одно. Но я до сих пор вірю, що в Харкові команда металіст сыграет Лигу Европы, будет бороться за высокие места. Ну, это вопрос, для меня вопрос времени. Я в это верю. Ваша команда «Металіст» так близко подошла до Лиги Чемпионов? Так? Очень близко, один шаг. С этого момента у нас начались проблемы после игры с ПАОК, когда нас дисквалифицировали. Это был серьезный удар для команды. Это было видно, потому что тут много игроков жили Европой, особенно Лиги Чемпионов. Это я даже не могу представить, что бы в Харькове было, если бы гимн Лиги Чемпионов. Это моя, скажем так, одна мечта. Ну, может быть, кто знает, может быть, в роли тренера. Посмотрим. В роли помощника. Ты знаешь, мы закончим интервью и забуду запитати про Хосе Сосу. Ага, да. Расскажи правду. Чого два футболісти харківського металіста вирішили з'ясовувати стосунки на полі? Ми в місті, скажімо так, виноват. Пішов він, пішов. За чого? Такий момент, не знаю. От, йому щось не понравилося один-два рази. Я посчитав, що йому це не повинно було не понравитися, що він пред'являє якісь претензії неосновано. Я захищав себе, він на некрасивий, це все вийшло як-то некрасиво, все остальное ви видели, в роздевалке решили вопрос, все было нормально. Металіст взагалі дружна була команда. Наскільки я знаю, там були такі кубки, знаєш, там бразильці самі по собі, там аргентинці самі по собі, українці самі, а ти сам чи що? Ні, я сам. З ким ти дружив? Мілан Обрадович, окей. Я українець, іграв як бразилець. Вот тут чуть-чуть. И потом с характером, как аргентинец. Так что я везде... Слушай, до конца интервью ты, это больше себе тянул. Понимаешь, вот я играл тут как бразилец, чуть-чуть с ним, потом характер как аргентинец, и со всеми чуть-чуть, как бы, нашел общий язык. Я шучу, конечно. Понятно, что из своей страны, можно сказать, общались там бразильцы, аргентинцы, не было такого, что когда выходили на поле, это было одно целое. Не было таких группировок, которые бы мешала игра для команды. Тебя любили в команде взагалі? Ну, спрашиваешь меня, меня любили. Как ты думаешь? Откуда я знаю, меня любили? А как ты думаешь? Честно говоря, сам по себе я сложный человек. Чему? Специфичный такой. Неплохой, но сложный. Но сложный. Есть одна тема, которая тебе очень подобается. Чему ты выбрал Шахтар, а не Динамо, якому ти обіцяв.
От я хочу запитати по-іншому. Ти дав слово, а потім це слово забрав. Чи як? Ну, можна сказати так, так. Да. І я по телефону говорив з президентом «Динамо», і ми практично, скажімо, обо всьому договорилися, але як я з ним поговорив після того, Дар'ю Стріна набрали і спросив, хочеш актер. Ну, як сказати, придумав. З однієї сторони придумав. Я вибрав рішення в Шахтер. Якби, ну, металіст був ближче завжди, як з Шахтером. І по стилу ігри, і как... Дивись, це все зрозуміло, але, ну, ти пообіцяв команді. Ну, я уверен, що цей шаг, переход в Шахтер, це для мене правильний. Зная, что там, если что-то, не дай бог, не получится, потому что мне все говорили, там, Адриану будет играть, что бы ты ни делал, но я в это не верил, но как бы верил в себя. И знал, если что там не будет, что мне легко оттуда вернуться в металлист. Где-то у меня было в этой голове. А зная, если перейду в Динамо, что не было такого мне, внутри меня 100% уверения, что это правильный шаг перейти туда. Я поговорил, сказал, это второй раз, можно сказать, как мне президент «Динамо» помог. Первый раз, когда я был в дубле металлиста, когда я был в дубле металлиста и заканчивался через полгода контракт, мы тоже общались. Он кликал в «Динамо»? Да, сказал, что... Они хотят, и у меня этот вариант, ну, скажем так, запасной. Не могу сказать, что «Динамо», ну, команда с большим именем, все, он как-то запасной вариант. Но тоже вариант, который был интересен. Но я тогда договорился с металлистом в этот момент. И вот это вторая ситуация. Ты два раза відмовив Суркісу? Не відмовився. Второй раз мы, как бы, первый раз мы обсуждали эту тему, другой раз практически договорились. И где-то мне, когда я был в Рубине, где-то мне, я это на эту тему говорил, когда я был в Рубине, когда там был момент идти в аренду, я где-то глубоко в себе хотел перейти и был уверен, что перейти в «Динамо». Где-то я хотел и был, честно, готов, но понял, сам понял, что после этого вряд ли... Дорога закрыта. Да, 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 да. Ну и если она закрыта, и это, ну, справедливо закрыто. Не могу ничего тут сказать. Ну, есть в жизни моменты, когда надо, понимаешь, на два стола сидеть тяжело. Надо выбрать один и... Якби оце вернути зараз, ти б чинив так само? Да. Да. Мне где-то внутри себя человеку сказал, договорились, два раза мне помог. Помог в смысле, что... Завжди був варіант, куди піти? Ну, завжди. «Динамо» не команда, яка тебе буде чекати завжди. Це зрозуміло. Ну, був варіант, який ну, тобі оптимальний. Два рази був варіант, куди піти. Так, да, і десь... Не все одно мені перед ним. Ти після того з ним бачився? Думаю, за зборною, так. Да, і... Ну, офіційно він пройшов, пам'ятаю цей момент, теж якась гра на Олімпійському була, і після гри він зайшов. Поблагодарил команду и со всем поздоровался. И... Ну, и прошел мимо меня, руку дали, все. Что тебе дало пребывание в Шахтере? Новый опыт. А что дало? Новый опыт. Почувствовал, был там, увидел очень-очень сильных игроков. Поиграл в Лиге чемпионов. Это тоже один из фактов был, из-за которого я принял решение. Тогда Шахтер напрямую попадал в групповой этап Лиги чемпионов, а «Динамо» проходило через квалификации. И я знаю, что «Шахтер» уже там, группа «Ювентус», «Челси», «Нордшеланд». И тогда у меня был дебют в Лиге чемпионов. Это тоже была одна из причин. Твои соперники завжди говорили про то, что ты симулянт. Ну. Да? Був симулянтом? Багато ну, симулював? Вони не успівали просто за мною. Да, і били мене. І просто вони говорять, вот, це не я успіла Марку симулиру. Понимаєш? Чекай, скільки пенальті ти намалював? Достатньо. Намалював достатньо? Достатньо. Заставив. Достатньо багато разів я заставив защитника, щоб мене били без м'яча в штрафной. Били моменти, звісно, про симуляцію до сих пор, от на сесії.
тренерской там Кравченко, типа, а ты падал, ты симулант. Были моменты, где арбитр сделал ошибку в мою пользу, когда пенальти и откровенно не было. Був в тебе такий пенальти, як у цьому матчі проти Шахтаря Манчестер Сіті? Я думаю, і був один, і хуже. Били хуже с ФК Харковом, играли на стадион Динамо в Харкове. Там ремонт делали на металлисты, тут и это с ФК Харковом. Я пробросил, сделал шаг и не был рядом с игроком. И после одного шага упал. С криком? То ли, да, без крика никак. Крик – это чтобы убедить судью, что все, его убили. И шаг второй, и мяч у меня бежит за линией. Я вижу в этот момент, что я не успеваю за мячом, и начинаю падать. И думаю, вот честно говоря, я думал, что все, судья мне даст желтую, и потом вижу, что поставил на пенальти. Разные бывают. И до сих пор мне не забивают этот момент. Что ты сделаешь, если одного разу будешь править світом? Екосистем, чтобы было лучше. Класс, вот просто респект тобі. Да. Скільки м'ячів за металіст ти забив? 98. Ти всі цифри знаєш свої? Да. Клас. Скільки матчів зіграв? Ух, 220 з чим-то, ні? Слухай, готувався, Вікіпедію відкрив, поки їхав, так? 220 з чим-то, ні? Може. Ну, 35 матчів з збірну України. 7 голов. 7 голів і один не зарахований? Да, 7,5. 7,5. А? Найгарніший гол? Для металіста? Ну, з цих 98. З 98. З Дніпром. З Дніпром. З Дніпром, да, коли зрівняв счет 1-1 в Харкові, коли ми зайняли второе місце. Після передачі Марлоса. Да, вот. Коли востаннє і на кого ти кричав? Три дня назад на дочку. Не можна на дітей кричати? Можна. Чому? Не слушає. Ну вона вся в тебе, так? Да, один в один. Коли свою автобіографію напише Марко Девич? Об этом, чесно говоря, не думав. Не думав, не займався і не знаю, інтересно ли буде кому це, чесно говоря. Якщо напишеш, як вона буде називатися? Автобіографія. Я Марко Девич. То вже є таке. Я Златан. Да, я Марко Девич. Якось по-іншому треба назвати. Перший після Бога. Круто. Ну, скромно. Да? Ні, ну скромно і круто. Да. І зі смаком. Україна чи Сербія? І Україна, і Сербія. А якщо вибрати? Ну, вибирати як. Якщо вибирати, звісно, в країну, де я родився. І де я провів почти большую час жизни. Харків чи Болград? Уф. Но больше времени провожу в Белграде. Но я себя в Харкове чувствую, я вам это не могу описать. Но ты выбрать Белград, Харков, это для меня невозможно. Страна более-менее, но в Харкове я такие чувства переношу, что это просто супер. Чи зрадієш ти, якщо твоя донька захоче стати футболісткою? Ну, я надіюся, що вона не захоче, але якщо вона буде талантлива, якщо вона дуже сильно там захоче, якщо буде показувати качество для того, ну, треба підтримувати. Але я надіюся, що... Обійде, так? Да. Скільки клубів було у твоїй футбольній кар'єрі? 10 или 11, сейчас скажу тебе. Звездара. Сабах сейчас, я думаю, 11 клуб. Я нарахувала трохи більше. Как? Давай. Звездара. Да. Железник. Раднички Новий Белград. Вождовац. Это Сербия, все, это 4. Потом из Сербии Волин Луцк. Металлист. Шахтер, потом вернулся металлист, это не считается, Рубин, Ростов. Ты реально все помнишь? Чекай, Рубин. Ростов, Вадуц и Саба. А Аль-Райян?
Ал-Раян, 12, да. Що ти зробив корисного для футболу? Что, ну, я надеюсь, что вот металлистика, моя появление и моя игра кого-то заставила пойти на тренировку, заниматься спортом или пойти на футбол. Вот. Это может быть кто-то из детей в это время, ну, скажем так, из-за этой яркой игры, которая у меня там была, пошел на футбол. И для меня это, ну, супер щастя. Ну, ще після того, як не зарахували гол, були системи фіксації голів. Так, да. Ну я повторяю, лучше би попозже це зробила. Дуже тобі дякую, Марко. Спасибо. Не хочу тоже. З тобою прощатися, але треба ставити крапку. Хорошо, мені теж. Дякую. Все, спасибо. Ух. За футбол. За футбол, за вас всіх. Вода з лимоном, якщо що. Нет, надо сказать, что это не вода с лимоном. Марко, мы же домовились, что... Я не знаю, вот если бы ты мне сказал, что вам тут будет шампанское, давай. Я бы не спешал, чтобы ты заканчивал этот период. Любишь шампанское? Mm-hmm. Нет, не пьешь, взагалі ничего нет, не пьешь? Нет, точно. Может, какой ты позитивный? Позитивный? Ну, а что, не пьет, не курит? Ну, сложно. Неплохой, но сложный. Да.